Привет! А в этом видео мы с бабушкой Специей расскажем и покажем, как приготовить быстрые кабачки в микроволновке за 10 минут быстро и вкусно. Это очень быстрая, вкусная и ароматная закуска. Состав рецепта рассчитан на 2 порции. Кабачки 1 штука. Майонез 2 столовые ложки. Чеснок 3 штуки. Соль по вкусу. Перец черный молотый по вкусу. Подсолнечное масло 5 мл. Основной этап приготовления. Для начала подготовим все ингредиенты. Кабачок нарежем небольшими кольцами толщиной 0,5-1 см. К майонезу добавим перец, соль по вкусу. Каждый кабачок намажем майонезом и чесноком. Затем смажем тарелку подсолнечным маслом и поставим в микроволновку на 10 минут. Кабачки в микроволновке за 10 минут готовы. Попробуйте приготовить вкуснейшие кабачки в микроволновке за 10 минут по нашему с бабушкой рецепту. Приятного вам аппетита!